Вот стена плача. Я уже там подходил, хотел снять близко, но как-то то ли постеснялся, то ли что-то несерьезно. Все-таки святыня. И вот хочу сейчас показать все это вам со стороны. Вот там был, постоял, попросил, поблагодарил. С одной стороны здесь только мужчины, а с той стороны за ограждением только женщины. Вот так вот. Это все. Выглядит.